Начнем выпуск с главного политического события. Явка избирателей в Дагестане составила около 68%. Главу региона выбирал парламент. Подавляющее большинство, 77 депутатов, отдали свой голос за Владимира Васильева. Именно он в ближайшие 5 лет будет руководить регионом. Правительство Дагестана, отправленное в отставку в связи с избранием главы республики, продолжит работу до формирования нового состава. Об этом сразу после назначения журналистам рассказал Владимир Васильев. Новый кабинет министров будет сформирован в течение 3 недель. Привлекут и победителей республиканского кадрового конкурса «Мой Дагестан». Назвал избранные глава и первоочередные задачи нового правительства. Это очищение власти от коррупции и должностных преступлений, обеспечение сохранности бюджетных средств в интересах людей и их эффективное использование.